Татами 1. Спортсменка белой цветов. Мария Лисицкая. 91-го года рождения, мастер спорта международного класса. Представляет Приволжский федеральный округ Самарской области. Его начало заниматься с 2000 года. Первый тренер Пашинов Илья Викторович. Данный момент занимается спортсменом Илья Викторовича, Пашинов Илья Викторовича и новиком Виктора Викторовича. Лучший результат. Первое место. Гран-при. Узбекистан 2016 год. И третье место. Гран-при 2016 год. Первое место на чемпионате России 2017 года. Спортсменка в синей тяжелой. АГЗЖ Оксана. 95-го года рождения. Мастер спорта. Представляет город Москва. Кто занимается 1-го года. Первый тренер Кузьков Евгений Николаевич. Сейчас представитель руководства Хованова Дмитрия Жильского Евгений Николаевич. Лучший результат Кубок Европы 2016 года второе место и чемпионат России первое место 2018 года. На данном этапе 2 победы одержала мастер спорта Долгих Екатерина, Центральный федеральный округ, Московская область.